Село Стурзовка основано в 1852 году. Тут проживают украинцы и молдаване. В парке Аллеи Славы возвышается часовня в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Распятие и фонтан с источником питьевой воды – все это дар жителям села от семьи Косирики Леи Марианы. Освящение часовни совершил епископ Маркел, Бельский и Фалежский в 2008 году. Часовня всегда открыта. Любой желающий имеет возможность помолиться перед Богом, подать записки на ближайшую службу в храм, зажечь свечу. Центр села украшает церковь в честь Успения Божией Матери. В 1870 году был заложен и освящен первый камень в основании церкви. Храм строили 2 года. Освящение и начало богослужения Свято-Успенской церкви относится к 1872 году. Документы 72-1876 годов не сохранились. А вот в 1877 году и далее документы подписывает священник Николай Попович. Сохранились исповедальные ведомости церкви села Стурзовка за 1878-1940 годы. Документ церковного учета населения, первая инструкция о ведении исповедных росписей, ведомости относятся к 1697 году. Форма их была первоначально самой простой. Каждый причт был обязан вести у себя 3 именных списка. В первый вносились все прихожане, бывшие у исповеди, во второй – небывшие, в третий – раскольники. Преимущественным временем исповеди был Великий пост. Тем, кто не успевал исповедаться во время Великого поста, разрешалось это сделать в любое другое время. Священник Николай Попович подписывает свою последнюю исповедальную роспись за 1886 год. Такой же документ за 1887 год засвидетельствовал своей подписью уже священник Георгий Сербов, 52 лет. Его подпись стоит под церковными документами и за 1902 год. В 1906 году приход Свято-Успенской церкви села Стурзовка принял священник Григорий Афанасьевич Торнорудский. О нем имеются такие сведения. Окончил духовную семинарию священником 27 лет. Священник Григорий Торнорудский возглавлял приход до 1918 года. В 1918 году на приход был направлен священник Михаил Гроссу. В 1936 году сюда был направлен второй священник Григорий Лупашко. Вместе они прослужили до 1940 года, а протоиерей Михаил Гроссу прослужил тут до 1944 года. С 1944 по 1959 года служили священники Василий Харченко, игумен Грати и иеромонах Анастас Нигара. Весной 1959 года церковь была закрыта. 30 лет храм бездействовал. В 1989 году в ответ на инициативу верующих православных крестьян, жителей Стурзовки, было получено разрешение на открытие Свято-Успенской церкви. После ремонта храм возобновил свою деятельность с марта 1990 года. Первым священником в 90-м году был протоиерей Василий Смоляк, прослуживший несколько месяцев. В 90-91 годах служил иеромонах Петерим Бусу. В 91-92 иерей Сергей Гуйсо. В 92-93 протоиерей Георгий Бастанюк. С 1993 года, 28 августа и по сей день служит протоиерей Виктор Гуляк, уроженец села Стурзовка, выпускник Одесской духовной семинарии 93 года. С 93 по 95 года были произведены ремонт и роспись храма. Спонсорами были жители села при активной поддержке ктитора Пушкаш Василия Ивановича. Освящение храма завершил митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. В течение последующих лет храм постоянно преобразовывался. Были приобретены и подарены иконы, распятие, пинакодило, Евангелие, аналои, обновлен престол. Семья Прозоровского Бориса подарила серебряную чашу, путир. Семья Кушпель Иоанна даровала храму 5 новых колоколов. Каждый старался внести свою лепту в благоукрашение храма. В 2008 году было произведено обновление храма, после чего было совершено освящение, которое совершил епископ Бельский и Фалежский Маркел. В 2014 году установлен и освящен новый иконостас. Возле храма отремонтировали церковный дом и колодец.